сердце верь, добрый господин, вырывай сердца у врагов. А всем, кто нечестен и несправедлив, убийца будет суров. Всем привет, друзья! Мы продолжаем проходить Assassin's Creed 2. Тут один, блин, один певец тут меня атакует. Все, ладно, мужик, отдыхай, отдыхай. Кристалл. Смерть от клинка промстителя ночного. Оплатит он за страдания народа, не хочет он иного. Неси же ты смерть, добрый господин, да. Вырывай сердца. Так, друзья, всем привет. Так, мы находимся во Флоренции. Идем на сюжетное задание. На сюжетном задании, я думаю, нас ждет какой-то Лавольпа. Что ты видел? Стоят энто стоят. А что случилось, мужик? Радуйся, что я еще позволяю тебе гулять по улицам. Жду не дождусь, когда смогу пустить в ход это оружие. Они думают, что мы защищаем их. Если бы они знали, какой у нас доход с их трудом. Да, интересно. Что-то стража привязалась. То музыканты, то стражники. Что-то все на меня сегодня. Наверное, все рады меня видеть. Наконец-то я. Наконец-то Эцио вышел во Флоренцию. Оп. Да ты, блин! Стража меня видела, черт. Ладно, валим. У-у-у, точно валим. Уходим, уходим, уходим. Черт. Расступитесь. Найдите Лавольпа. Так. О! Так, не возвращайся. Здравствуйте, мадам. Чё продаем? Зелень? Морковку? Фрукты? Или перцы, наверное. Красный перец и зеленый. Здравствуйте. Блин, опять музыкант. Сегодня мне везет на музыкантов. Вау. Ковры, рыба. Классно, мужик. Почем рыба? Заверни мне с собой парочку. Что? Мой кошель и деньги. Твои деньги. У меня их нет. Как это нет? А ну-ка, блин, отдай. Вернись. Отдай. Заставь меня. Ты совершаешь большую ошибку. Как его схватить? В самом деле хватит. Может, сдашься? Как тебе. О, получилось. Я не желаю тебе вреда. Так что верни мне деньги и будем считать, что мы квиты. Не спеши. Что тебе нужно? Кто ты? У меня много имен. Убийца, головорез, вор. Но ты можешь называть меня Ла Вольпе. К твоим услугам, мессер Эцио. Откуда ты знаешь мое имя? Ремесло у меня такое, знать все о городе. За этим ты и пришел, так? Верно, мне нужен один человек. Я хочу знать, куда он пойдет, даже раньше его самого. Кто? Франческо Пацци. Говорят, что недавно прибыл караван прямо из Рима.
Тайная встреча состоится сегодня на закате. Там ты сможешь узнать, где находится Франческо. Ты знаешь, где состоится встреча? Конечно. Дай знать, как будешь готов, и мы пройдемся. А, да. Вот твои деньги. Спасибо. Вот вернул. Охота на лис. Интересно. Так, он нас ждет. Лис нас ждет для следующего задания. Опа. Спустимся с вами, ребята. Так. Ну, я хочу сходить потом по магазинам прогуляться. Прикупить себе что-нибудь оружие. Ну, оружие у меня, по-моему, хорошее. Я меч покупал последний раз. Да. Мне нравится этот меч. А вот одежку можно перекупить. Лавольпа. Год рождения неизвестен. Вор. Следуй за мной. Но мы пойдем быстро. Выдержишь? Не сон проблема. Да, без проблем. Че, за тобой поднялся? Легко. Что ты там делаешь? Не отставай от меня. Не отстану, вот увидишь. Давай это. Зацепился. Молодец это. Мы пришли. В этой церкви у Франческо Пацци будет встреча со своими людьми. Как мне попасть туда? Под городом проходят катакомбы. Они приведут тебя туда, где ты сможешь подслушать их разговоры. Возьмись за эту каменную ручку, поверни ее и толкни вниз. Спасибо тебе за помощь, Волпе. Буна фортуна. Удачи. Да, сейчас если зайдем, наверное... подземелье. Я думаю, это надолго будет. Опс. Мужики. Был тут один кретин. Вел себя так же, как чай. Его порубили на мелкие кусочки. Понятно? Понятно. Так, я еще магазины есть. Портной рядом. О. Точно. Давайте, друзья, с этим... точку обзора, чтобы нам Флоренцию была вся доступна. Флоренция. Так, 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 как мне подняться? Да, мужики зарабатывают как могут. Поют песни. Отлично. Еще сколько точек обзора появилось. Круто. Кстати, извиняюсь,
Имеется гонка. Потом надо будет ее посетить. Естественно, после сюжетного задания. С дороги! Отпустите! Опять певец. Отвали от меня. Стража. Это классно лезет. Согласитесь? Вы бы так не смогли. Я бы тоже. Стопудово. Это сколько надо сил иметь в руках. Ужас просто. Интересное здание. Да. Появился еще кодекс. Ну, кодексы, конечно, подождут. Идемте с вами на сюжетное задание. Потому что это задание необходимо выполнить. А дальше, друзья, посмотрим. Блин. Пойдем по сюжетке или может повыполняем как-нибудь дополнительные миссии. Доп миссии. Может повыполняем гонку или еще может что-нибудь. Может сходим в Монтери Джонни, кстати. Посетим нашего дядю Марио. Тоже неплохая идея. Оп. Обхитрил я стражу. Пускай охраняет спокойно. Такой потайной вход. Неплохой. Класс. Тайна новеллы. Спуститесь в катакомбы Санта-Мария Новелла и проникните на собрание тамплиеров. Тамплиеры, сволочи. Летучие мыши. Классно. Тут еще и живопись, картины. Интересно. Вот и все, друзья. Мы уже здесь. Опа. Отлично. Очередной рычаг.
Опа, ничего себе. Угу, там есть живые люди. Вау. Классный прыжок. Уэцо. Так, здесь нет никаких сундучков, потайных входов. Здесь никак. Можем вернуться назад? Сколько нам еще стоять здесь, Сансоне? Я совсем замерз. Чего ты хочешь, Иларио? Сеньор Паци щедро платит нам за то, чтобы мы сторожили вход. Не бойся, мертвецы тебя не укусят. Скорее бы домой рассказать Елене, сколько денег мы сегодня заработали. Не. Вау, какая дверь. Классно. Такой рисунок интересный, да, друзья? Мужик борется со львом? Мне не кажется? Классно. Так, нам по-любому наверх, да, я так думаю. Вау, мужик с мечом и щитом. И тоже в капюшоне ассасина. Отдыхай. Угу. Идемте, здесь прикольно. О, чёрт! Извини, я тебя не заметил. Расслабься. Там сундучок. Там, друзья, сундучок. Возьмемте его. Давай, это прыгай. Двести пятьдесят. Пойдет. Лишняя копейка не помешает. Чтоб потом купить себе новую одежду, доспехи. Ну, естественно, оружие. Так, сейчас мне куда сюда? Нет, не сюда. Угу. Мне нужно запрыгнуть вот на ту доску. Куда, блин, это? Черт. Я не хотел прыгать. Да, ну ладно. Сейчас мы с вами быстро заберемся. Давай, паркурщик. Эцо. Фу, бля. Я хотел вот так вот прыгнуть и все. Блин, он зачем-то еще раз прыгнул. Так, нам, друзья, в ту сторону. Угу.
Мерда. Дверь. Оставайся здесь, я проверю, в чем дело. А говорили, что будет легко. Говорил тебе, не нужно было сюда приходить. Если я что-нибудь услышу, то побегу на другой пост. И да поможет мне Бог. Стражи. Один готов. Второй готов. Да, ну давай, давай, подходи. Не упади только. Мужик. Сансоне, я вернусь со стражей. А ну стой, пес. Да. Кажется, они отстали. Я прямо за тобой, придурок. Беги быстрее. Стой, мне надо только поговорить с тобой. Сука, а? Вот пес, а? Да стой ты! Сычара. Нет, нет, это да. Молодец, молодец. Я думал, он упадет. Стой! Козел. Эй! Придурок! Оставь меня в покое! Да ладно. Стража, к оружию! К оружию! Убейте ассасина! Ух ты, сука! Так, возьму кинжал. Так. Они хотят войны. Они ее получат. Давай, мужики. Кто хочет сдохнуть первый? Желающие? А? Вау. Он еще это уклоняется. Молодец. Сколько у вас тут костей, а? Вы чё? Скоро его измотаем, парни. Всех нас ему не одолеет. Сука. Да. Интересно, как это у тебя получится. Угу. Рычаг какой-то. Так, аптечка. Угу. Столько костей, откуда столько?
Ужас. Людей убивали здесь, что ли? Да. Ну, ясно, что убивали, но... Блин. Ужас. Козло. Жертвоприношение, может, было какое-то. Ну где вы, тамплиеры? Вот они. Бернардо. Все здесь. Мечи, дубинки, топоры, луки, доспехи. Наши люди ни в чем не будут нуждаться. Значит, Папа Римский дал свое согласие. Он благословил нас. Но с условием, чтобы никто не погиб. Утром мы пойдем к собору, сеньор. Сети расставлены. Правда, это было нелегко. Его брат то и дело меняет планы. Си, нам нужно потрудиться, иначе завтра Джулиана вообще не встанет с постели. В чем дело, Якопа? Думаешь, они что-то подозревают? Невозможно! Медичи слишком горды или глупые, чтобы что-то заметить. Или то и другое. Не стоит недооценивать наших врагов, Франческо. Или ты забыл, как погиб твой собственный сын? Маэстро, на этот раз мы будем готовы к неожиданностям. Клянусь! Молтобене, мне пора. Нужно разобраться с другими делами до возвращения в Рим. Господа, завтра над Флоренцией взойдет новое солнце. Да направит нас Отец понимания. Да направит нас Отец понимания. Сколько тамплиеров, а? Ублюдки. Я их всех убью по одному. Вау. Смотри. Точно такая же статуя была на вилле Аудиторе. Да? Похоже, я нашел одну из гробниц ассасинов, о которых упоминал дядя Эцио. Здесь прикольно. Теперь, когда нам известно, как попасть в гробницы, я занесу их координаты в базу данных. Давайте потише, друзья. 250. Чем в каждом сундучке по 250 флоринов. Да. Мужик со спрятанным клинком. Прикольно. Один ключ нашли. Отлично. Вот и у нас и причина сходить в монастырь Джонни. Печать. Дарья. Это печать. Классно. Тайна новелла пройдена. Полная синхронизация. Uplay. Действие завершено. Я знаю, где и когда будет Франческо, но... В чем дело? Я кое-что узнал. У них есть оружие, которое хватит на целый гарнизон. Их поддержал даже Папа Римский. Это очень похоже на него, но... Что они задумали, черт возьми? Подробности я не знаю, но это как-то связано с Медичи. Они собираются действовать завтра утром в соборе. Семья Медичи завтра пойдет туда на мессу. Как и все жители Флоренции. Они собираются сделать это прямо во время мессы. Но у меня будет возможность смешаться с толпой, подобраться поближе и остановить этих безумцев.
если им удастся. Если мы потеряем Лоренцо, и Флоренция окажется в руках Пацци. Этого не произойдет. Обещаю. Надеюсь, что ты прав. Угу. Тайники ассасинов и тамплиеров. Так, друзья. Так, я здесь. Так, идем с вами. Ну-ка посмотрим на карту. Что у нас появилось новенького? Ну, пожалуй, ничего. Так, здесь что у нас? Тоскана, да. И Монтриджони. Круто. Так, там у нас эта лодочка. И там что-то в ней блестит. Сейчас узнаем. Угу. Это оборвал одну лодочку. Упс. Черт. Это осторожно. Черт. Так, и где у нас находится сюжетное задание? Тут я не обратил внимания, прямо посередине. Но нам нужно уходить на Монтриджони. Я нахожусь прямо возле точки обзора. И мы ее осветим. На улице вечер. О, воры. Привет. Покажи-ка нам пару своих трюков. Да. Ну, даже не знаю, что вам показать-то. Так, 15-я точка. Если не слезешь, черт. Да ладно, мужик. Лучше бы ты на меня не смотрел. В мою сторону. Еще одну точку осветим. И тогда уж точно. Двинемся в Монтриджони. Не могу я пропустить еще одну точку обзора. Мне надо осветить Флоренцию. И вы, надеюсь, со мной согласитесь, друзья. Интересно, я могу перемещаться? Быстрое перемещение у меня имеется. А, вот оно. Быстрое перемещение. Привет. В Монтриджони или в Тоскану? Отлично. Мне в Монтриджони, пожалуй. Спасибо, чувак. Ух ты. Немножко зависает. Но ничего страшного. У нас тут имеется убежище. Гробница. Ух ты. Сундук. Кодексы. Святилище. Вот мне как раз надо идти в святилище, а потом в гробницу
Можно зайти. Раз уж мы здесь с вами. Мне надо тут срочно портного построить. Что у тебя есть? Ремонт мне нужен? Чинить все. Доспехи. Ух ты, я могу купить новые доспехи. Классно. Надо что-то прикупить. Пожалуй, куплю сапоги. И кожаные наручи. Классно. Ну, нагрудник потом купим. Успеем. И наплечники. Короткое оружие. Что у нас есть? Еще нож и стилет. Стилет. Отлично. Но пока у нас есть кинжал. Вот, сеньор. Мне этого достаточно. У нас появились деньги. В сундуке, похоже. Или я ошибаюсь? Сейчас проверим. Кстати, нам нужно покупать еще, друзья, кратины, чтобы улучшать наш дом. Украшать, улучшать. Так, меня интересует сундучок. 900 флоринов мы взяли. Отлично. Спасибо, Клаудия. На кодексы. Так, меня интересует убежище. Как мне зайти-то в него? А, открыто. Понятно. Так, нам нужно поставить один печать, одну печать. Именно на статую, которая нам нужна, да? Один открыт. Еще 5 печатей собрать надо. Соберем, друзья. Это не проблема. А вот сейчас можно идти на гробницу. Но вначале я куплю портного. Привет, Эцио! Давай поглядим на список. Давай, меня интересует портной. Мне нужно, чтобы было можно купить новую одежонку. Портной. За 1000. Отлично. У меня есть 1000 рублей. 1000 флоринов, точнее. А если еще раз купить? Обновить лавку портного. Уровень 2. Ну блин, у нас денег хватает. Пожалуй, я беру на остальные денежки. Все, деньги закончились. Bon viaggio. Главное, у нас есть портной. Вот это мне хотелось больше всего. Так, посмотрим, где у нас портной появился. Друзья, отлично.
Вот он, портной, рядом с кузнецом, отлично. Че у тебя, мужик? Пояс для ножей. А че, я могу купить его? Бесплатно? Отлично. Ну, давай возьму белый цвет, верну. Отлично, тогда до встречи. До встречи, до встречи. Спасибо. У меня, видать, что, ножи появились. Так, ну-ка узнаем у кузнеца. Сколько у меня в боеприпасах? Ножей, да, 15. Давай куплю один. У меня больше денег не хватает ни на что. Будет держать. Стойте, Амико! Я ничего вам не сделаю. Вау. Гробница в Монтериджоне. Ну что ж, друзья, проверим, что нас там ждет. О, крысы, 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 лови крысы. О, смотрите, семейный склеп. Похоже, здесь тоже будет печать. Я на это надеюсь. Это что такое? Венеция, 1296 год. Странно. Я целый не туда, налево. Угу. Опять трупы. А здесь что у нас? Однажды, когда я искал работу в порту, я повстречал девушку и полюбил ее. Интересно. Это про кого? Ладно, читайте дальше сами, друзья. Я читать не буду. Тратить на это время не хочу. Так, откроем дверь. Так, это что, на время, что ли? Нет? Так, давай, Эцио. Блин, Эцио! Чёрт. Я хотел... Не успел, да? Чёрт.
Понятно. Просто я хотел проверить, что там. Упускать ничего не хочется, да ведь, друзья? Пусть что-нибудь интересное. Ах. Очередной рычаг. Это весь блестит. Столько ходов, потайников. Черт возьми, а. Блин! Поспешишь, людей насмешишь. Еще разочек. Так, на этот раз все должно получиться. Блин! И в чем смысл этого прыжка было? Они издеваются? Мне не надо было прыгать. Блин. Я привык, если балка стоит. Прыжка вверх, надо прыгать. Ну, блин, а. Куда я иду, я не понимаю. Ну давай это. Нифига себе тут пещер. Так много? Блин! Ну, у меня почти же получилось. Черт возьми, что мне сейчас делать? Тьфу. И странно. Хопа, хопа. Вперед, 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 это, давай, мы сделаем. Да, черт возьми, это, что ты делаешь, а? Блин, а как тут это, как-то мне неудобно прыгать. Ага. Блин. Ладно. Да. Третий раз, как говорится, повезет. Ну, гробница нам не дает покоя.
Ничего, мы ее сделаем. Эй, Эцио, куда? Давай. Бегом, Эцио. Нету времени. Давай. А я... Ой! Да блин, да что ж такое-то, а? Это... Блин. Что за ерунда, а? Ну, Эцио сейчас близко слишком... Блин, к краю подошел и упал в воду. Блин. Давай. Бегом. Не задерживаемся на этот раз. Все как по маслу будет сейчас. Ну! Дэцо! Блять! Я же буду прыгать здесь нормально, вот так вот, раз. Чё ему надо? Я не пойму. Может поближе сюда? Да, наверное, слишком близко не обязательно прыгать. Блин, друзья, сейчас это, пройдем. Сейчас уже точно. А может нет. Блять! Блин, ворота закрылись прямо передо мной, ёб твою мать. А что ж такое-то, а? Ну почти получилось, уже почти. Чуть-чуть. Не хватает времени, сука, а? Собака такой. Давай. Давай, прыгай! Сука, а? В море, ага. Фу, бля, слава богу. Так, и что, нам наверх надо? Нет? Вряд ли. Так. За рычаг. Что он открывает, интересно? Да, что это? А зачем нам? Назад? Нифига. На время, да? Блин, я не увидел, что там вообще у нас впереди. Просто прыгал. Надеялся, что Эдсо зацепится за что-нибудь. Так, ладно, ухожу. Надо нажимать по-ново. Оп, да? Сюда? А вот сейчас сюда. Эцио, давай! Блин. Эцио, что так долго-то? Давай бегом. Успевай. Фу. Успели. Слава тебе, Господи. Новое имя. Что здесь? Мы прошли?
Мы в сокровищнице? Да. Отлично. Альтернативная камера. Ну-ка. Ну это... Нам показывает потайную дверь. Уже по 500. Хорошо, нам денежки нужны. Я все потратил на портного. В Монтриджоне. Отлично. Так. Саркофаги открывать не надо. Ладно, идемте. Три тысячи? Мы сюда пришли, чтобы получить 3000, да? В общем, у нас, конечно, получилось 5000. Но все равно как-то странно. Блин, я думал, там будет печать. Клево. Есть портной. Это клево. У нас есть 5000. Мы можем их потратить на улучшение Монтриджони. Так, а можем просто уйти на основное сюжетное задание. Так, блин. Лошадка! Без тебя будет долго. Давай-ка я с тобой прокачусь. 4 ноги лучше, чем 2. Давай, бегом. Так, отлично. Вот мы и приехали. Так, наверное, на этом серию, друзья, будем заканчивать. Увидимся уже в следующей серии. Сегодня мы походили по гробницам. Разузнали, что к чему. В одной гробнице есть печати, в других просто деньги. Наверное, в гробницах тамплиеров... печати, а в гробницах ассасинов просто деньги. Может быть так. Ну ладно, друзья. Всем пока. Ставьте лайки. Увидимся в следующем части. Это будет очень скоро. Всем пока. Всем удачи.